Прыжки через костер, леший, водяные и русалки. Край готовится к празднованию одного из древнейших славянских праздников – Дню Ивана Купалы. Его отмечают 7 июля. Но уже сегодня в райцентре Романова поставили хлебосольные столы с немецким хворостом, приворотными пряниками, украинскими пампушками и чесноком и варениками. В Барнауле сегодня будут прыгать через костер, обливаться водой, плести венки из папоротника и ромашки. Все эти купальские забавы пройдут в парке «Лесная сказка» с 9 вечера до часа ночи. А завтра жителей и гостей Красногорского района в селе Новозыково ждет очищение водой, обрядовые песни и собирание целебных трав.